Посторонним вход воспрещен. Нет, это не секретный объект, а первое и, пожалуй, главное правило, касающееся только представительниц прекрасной половины человечества. Барбершоп – мужская территория. И разговоры во время стрижки здесь соответствующие. Ну, смотрите, у того же Шварценеггера, у него какая прическа вообще? У него не такая же? Не совсем милитари. Второе правило – последнее. Клиент должен уйти довольным, иначе платить не обязан. Вооружившись многолетним опытом работы и специализированными инструментами, мастера готовы подобрать подходящий образ даже самому избалованному моднику. Десятки всевозможных видов ножниц, расчесок и фенов – это не просто инструмент, это то, чем творят настоящие профессионалы своего дела. Кстати, к своему мастерству они обучают и новичков. Здесь мы с вами видим некое учебное пособие, подробный разбор работы с окантовкой. Креативным клиентам специалисты предлагают сделать V-образную, приверженцам классики – армейскую. Но и это еще не все. Здесь мы с вами видим дымчатую. Такого результата я точно не ожидал. Впечатления от похода в традиционную парикмахерскую забываются быстро, по крайней мере, если она удачная. Эмоций же после посещения барбершопа может хватить до следующей встречи с мастером. А все потому, что дело тут не только в специалисте. Зачастую людей подкупает дизайн помещения, атмосфера, сервис. Здесь, к примеру, все обставлено в стиле бизнес-кэжуал. Для деловых людей в первую очередь важно хорошо выглядеть. Да, они... умные, но мы следим за их внешним видом. У нас масса барбершопов с разным характером, с разной атмосферой, везде приветливые, каждый найдет свою культуру. Направления таких заведений разные. Как говорится, на что фантазии хватит. Одними из самых популярных во всем мире считаются барбершопы со спортивной тематикой и те, в которых можно не только придать лоск волосам, а и футбол посмотреть, и не только кофе выпить. В спросе и цирюльни с приставками. Первые барбершопы в Крыму появились относительно недавно, в 2015 году. Однако это не дань моде, не очередное веяние 21 века, а современная классика. Место, где с помощью ножниц, электробритвы, триммеров и опасного лезвия мужчины открывают нового себя. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.